вчерашняя девушка рыженькая, кстати, наверное, тоже ржавая, выставила опять меня, говорит, что она знает, когда была открыта Америка. Все замечательно, девушка, вы молодец, вы начали говорить языком студента, правильно, вы должны изучать историю, но, понимаете, вы в Америку теперь никогда не попадете. Вам должно быть до смерти обидно, что Путин у вас забрал такой шанс. Вы могли бы увидеть Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Нью-Орлеанс, Вашингтон, Д.С., Чикаго, Хьюстон, Сан-Диего, Голливуд, Аляску. Тут столько красивых мест. Это как можно вот так вот жить и знать, что ты этого никогда не увидишь, потому что ты россиянин. Другой, значит, россиянин выложил видео, что что-то там он хочет меня кулаком ударить в лицо, разукрасить мое лицо там фингалами. Прям так говорит, с удовольствием, блин, шмякнул там два раза. Пожалуйста, видите, Россия, говорит, Ирпень не мы, Буча не мы. Я вообще этому человеку ничего не сделала. Он никогда меня в жизни не видел, но он дотягивается через экран и начинает замахиваться рукой в мою сторону. У него есть девушка. Я уже представляю, сколько раз она лично выводила его из себя, и как она понимает, чем это чревато. И Буча не мы. Я когда говорю, что россияне и белорусы глубоко, так сказать, глотают хуй своих президентов, понятное дело, что я не говорю об их члене, может, у них-то вообще уже все атрофировано. Я говорю о том, что они всю эту систему могли бы перевернуть на свое благо. Задав вопрос белорусам, кого вы больше ненавидите, Лукашенко или меня, они все разом ответили меня. Я вам что, лишила лекарств ваших детей? Вы что, офонарили? Вы меня вообще не знаете. Вот завтра, например, я перестану вести ТикТок, как ваша жизнь изменится? С вашей территории летят ракеты. Это факт, который... я на это не влияю, но вы конкретно с этим будете жить всю оставшуюся жизнь. Вы будете сторонниками оккупанта. Эта девочка, которая там будет Америка открыла, она находится в России, или она тоже белорусская, ну неважно. Ваша жизнь зависит не от меня, а от ваш самих. Я этот ТикТок веду, чтобы разбудить вас. Ну, наверняка придет какой-то лидер, наверняка вас начнет трясти, наверняка когда-нибудь пойдете на революцию. Ну, зачем же ждать 40 лет, когда это можно сделать сейчас? Я пытаюсь с вашей совестью поговорить. Ну, если я буду разговаривать, то, возможно, у лидера потом это легче получится. Слава Украине!